Господи, Иисусе, это позор какой-то. Всем хай, мои норочки, с вами Венисменк, и у меня для вас две новости, а точнее три. Первая новость. Нас на канале уже 60. Ура! Давай, брателло, догоняй. И да, я поменял шрифт на телефоне обратно. Но это не считается за новость, я просто сказал. А вторая новость заключается в том, что... Это видео по счету юбилейное, это 100-е видео. Можете даже в поисковике в этом, в ютубе забить название моего канала, Венисменк, и увидеть, сколько у меня видео уже на канале. Ну, а мы переходим к последней новости, которой я очень сильно рад. Я наконец-то разобрался в CuteCut, в приложении, где Венис и многие делают анимации. Я решил сам анимацию сделать тоже, почему бы и нет, что я хуже других, что ли, реально. Короче, анимация короткая получилась, на 12 секунд. Я ее, конечно, продолжу, так как сейчас устал. Я много сил вложил в анимацию, поэтому если норовит стылить, то не тылить вообще, это моя анимация, понятно? Только с моего разрешения тылить, если что, понятно? Ладно, короче, приятного просмотра, надеюсь, понравится. Я залип на этой анимации. Ну, как говорится, продолжение следует. С вами был Венисменк. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Ждите продолжения этой анимации, которая только что была у вас на экране несколько секунд назад. Всем удачи, всем пока.